Фонде знаний при президенте Азербайджанской республики прошла церемония награждения победителей конкурса «Будь патриотом». Благодаря конкурсу в стенах фонда собрались представители талантливой молодежи страны. При организационной поддержке Фонда знаний при президенте Азербайджанской республики завершился объявленный в декабре 2014 года конкурс «Будь патриотом», проходивший в рамках программы «Знания в течение года». На церемонии награждения выступили исполнительный директор фонда Октай Самедов и ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, академик Умар Эльдаров. Ораторы особо подчеркнули заботу и внимание, оказываемое руководством страны молодежи Азербайджана. Затем состоялась сама церемония вручения победителям конкурса премий, дипломов и сертификатов. В Азербайджанской государственной академии художеств прошло открытие выставки работ победителей. Самому младшему участнику конкурса 10, старшему 35 лет. Информация о художественном произведении каждого автора, отражающая его творческий потенциал, рассказывающая о его кругозоре, любви к родине и представлении об искусстве, появлялась на специальном табло. Портрет национального героя Азербайджанской республики Мубариза Ибрагимова, картины, на которых запечатлены виды разоренных врагом азербайджанских земель, слезы матерей, этюды о прекрасных уголках азербайджанской природы, древняя девичья крепость и другие произведения представителей талантливой молодежи республики смогли увидеть участники церемонии. Мы организовали с обществом знания именно с целью увидеть настроение, глубинное настроение общества, наших детей, как они относятся к стране своей, как они относятся к тому, что происходит исторические преобразования в нашей стране. Отметим, что по трем номинациям 10 участников разных возрастов заняли первое место, 15 человек удостоились второго, а 20 – третьего места. Еще 10 участников были награждены поощрительными призами. Проведение таких конкурсов способствует выявлению талантливых молодых людей во всех регионах Азербайджана.